опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Порой ночной мы распрощались с тобой. Нет больше ночи, где ты плакал, милый, желанный, родной. Помню, как память. Heard was called Sini Platochik, a song which was popular before World War II and later became associated with that war. Next up, we have a short scene from a story by Daniel Harms called Muishin's Triumph. Harms was an early Soviet absurdist writer, and one of his most famous quotes is, "I am interested only in nonsense. I am interested only in life in its absurd manifestation." This is particularly evident in our upcoming scene, which takes place in a communal apartment. Communal apartments were instituted after the Bolshevik Revolution of 1917 and were the result of rapid urbanization. They placed together families of vastly different backgrounds into a common living space. In this scene, Muishin has taken up residence in the corridor of a communal apartment without permission, and he refuses to leave. If you're interested in learning more about Russian culture, we do have a culture show this Friday at 7 at the Magnus Museum. Thank you. Продолжал лежать на полу. Тут к Мышину подошел Калугин и сказал: «Если ты, Мышин, не встанешь, я тебя заставлю встать». «Нет». И Мышин продолжал лежать на полу. Тут к Мышину подошла Селезнева и сказала: «Вы, Мышин, вечно валяетесь на полу в коридоре и мешаете нам ходить взад и вперед». «Мешал, буду мешать». «Ну, знаете». «Да чего тут долго разговаривать? Звоните в милицию». Позвонили они в милицию и вызвали милиционера. Через полчаса пришел милиционер с дворником. Чего у вас тут? Вот, полюбуйтесь. Вот, этот гражданин все время лежит на полу и мешает нам ходить по коридору. Мы его и так, и это... Мы его просили уйти, а он не уходит. Да. Милиционер подошел к Мышину. Вы, гражданин, зачем тут лежите? Отдыхаю. Здесь, гражданин, отдыхать не годится. Вы где, гражданин, живете? Тут. Где ваша комната? Он прописан в нашей квартире, а комната не имеет. Гражданин, я сейчас с ним говорю. Гражданин, где вы спите? Тут. Позвольте, тут такая ситуация. У него кровати даже своей нет, и он постоянно валяется прямо на голом полу. Они давно на него жалуются. Совершенно невозможно ходить по коридору. Мы его и так, и это. А он просто валяется, тут то руки вытянет, то ноги вытянет, да еще на спину ляжет. И гляди. Я, между прочим, домой устал и прихожу. Мне отдых нужен. Приставы купляют. Он и ночью тут лежит. Об него в темноте все спотыкаются. Я через него одеяло свое разорвал. У него из карманов вечно какие-то гвозди вываливаются. Невозможно совершенно по всему. Ой, гляди, ногу находит. Они дали.
страха да. керосином облили, а поджечь не собирались. Да я бы не позволила в своем присутствии живого человека сжечь. А почему это гражданин коридор лежит? Ну, здрасте, пожалуйста. А потому что у него нет другой жилплощади. Вот в этой комнате я живу, в этой вот она, в этой вот он. А уж Мишин тут в коридоре живет. Это не годится. Надо, чтобы все на своей жилплощади лежали. Так у него нет другой жилплощади, как в коридоре. Вот именно. Вот он теперь тут так и лежит. Это не годится. И милиционер ушел с дворником. К Мишину подскочил Коршунов. Ну что, как вам во вкусу пришлось? Подождите. К Мишину подошел Калугин. Слышал, чего говорил милиционер? Вставай с полу. Не встану. И Мишин продолжал лежать на полу. Вот он вечно теперь будет постоянно тут лежать. Определенно. Я в этом не сомневаюсь. Парфетмо.